Hey, всем привет, друзья! Итак, сегодня будет миссион мод, как в Яндере симуляторе от подруги. Мне его написали в WhatsApp, в группе, и я решила попробовать. Что, там есть уровень сложности, я как бы выбрала 5 из 10, то есть такой среднячок. Так что у него есть правила. Я пока беру сумку, иду в школу и буду по дороге вам рассказывать, чтобы не тратить время. Итак, что, какие правила? Первое, нельзя проматывать время. Второе, свидетель, который увидел, типа, что ты в крови или с трупом, его можно убить в крайнем случае. Трупы нужно закапывать в саду. Нужно убивать беспалевно. Нужно прятать оружие. Можно телепортироваться мне только 4 раза. Летать нельзя. Поменять одежду можно только в раздевалке и только 2 раза. Да, буду подсчет вести. И нужно ходить на уроки. Типа, ну, чтобы я не вызывала подозрений. Итак, до уроков у меня есть время, я могу убить. У меня тут, ну, передо мной списочек людей. У меня 10 челиков. И, как я посчитала, всего лишь один кровавый способ убийства. Ну да, тут еще условия есть и способ убийства, с помощью которого мне нужно убить. Так, чё, у нас первый кто? Первый у нас... Кстати, у меня кровь включена. Всё ок. Первый у меня кровавый, там, кровавый способ убийства. Второй я как-то не хочу. Давайте третий. Хаято Рохта. Мне нужно его найти и отравить. Что ж, поехали. Мне его еще нужно и найти, этого чебурека. Так как только начало, я должна его ждать у шкафчиков, чтобы его не пропустить. А то вдруг он такой быстрый. Нет, это не он. Это не он. Тут его нет. Интересно, каким он приходит в школу? Тут его тоже нет. Интересно, где он? Главное его не пропустить. Давайте я пока поставлю на паузу. Я просто тупо его найду пока. А вот и наш Чебупель. Представляете, я только вышла, только подошла к гардеробу и вижу, он тут идет. Ой, Чебупель, привет. Ой, мне не нужно с тобой общаться. Мне нужно, чтобы ты пошел за мной. Идем, я тебе такое покажу. Я тебе такое покажу вообще. Ты не поверишь. Давай я сначала возьму кое-что. Ты идешь, чебурек? Так, он пока идет, а я пока возьму тыкву. Я возьму ее тут на втором этаже. Да, я захотела взять на втором этаже, чтобы было посложнее. Ищем тыкву. О, вот и тыква. Берем тыкву. И убегаем. Беспалевно, да? Беспалевно. Где наш прекрасный чебурек? Большой молодец ты, но ты не туда бежишь. Куда быстрее? А, побежали обратно туда. Надеюсь, он бежит, а не идет. Ну что, тебе там долго? Где он? Господи, он решил поговорить. Слушай, это дело очень важное. Ты должен пойти со мной. Я тебе угощу очень вкусной тыквой. Тебе понравится. Слушай, ты идешь? I love you. I hate you. Понятно, он его не... то есть сказать ему, что ты его ненавидишь, важнее, чем пойти со мной? Вообще... Ну, тогда тебя убить не жалко. Ты идешь там? Давай скорее. Ой. Джойстик иногда барахлит. Лагает. Беги, чувак. Давай скорее. О, вот он идет. Мы сразу притащим его в сад, потому что нам нужно закопать в саду. Я не хочу тратить телепортики свои. Он там идет, беги. Вот прям беги, я тебе говорю, беги. Со всех ног.
Что за человек? Он даже не бежит. С какой дистанции он начинает бежать? Он очень далеко. Почему он не бежит? С дистанции он давно должен был бежать. Ты там идешь, да? Почему он не бежит? Или ты бежишь? Ой, долгий ты, конечно. Такой, не спеша, да? Давайте пока на паузу поставлю. Господи, почему у него такие медленные ноги? Ну, господи, улитка быстрее тебя двигается. Что за человек вообще? Вот, приди хотя бы на серединку. Главное, чтобы ни у кого не было урока садоводства. Но вообще, ничего страшного, потому что я успею закопать чело пока. Они там еще придут. Так что ничего страшного. Только не говорите, типа, что я когда ставлю на паузу, я там проматываю время или еще что-то. Я все по-честному делаю, потому что я не люблю мухлевать. Это не интересно. Почему ты ешь тыкву и говоришь, что это вкусно? Вот именно. Это должно быть невкусно. Ой. Видишь, тыква оказалась просроченной, потому что оказалась в моих руках. Так, придется закопать его и его сумку. Главное, чтобы никто сюда не пришел. То есть они увидят, то все. Это кранты. Это кранты. Ну, я его, если что, ну, если, ну, очевидцы, если кто-то увидит, я его просто забью лопатой. Так что ничего страшного не будет. Мне летать нельзя, я просто, ну, я не летаю, я именно запрыгивала на это. На это. Блин. Сюда запрыгивала, в эту клумбу. Пока спрячу. Вот. Мне бы слезть отсюда. Я только чтобы слезть. Честно, ребята, просто по-другому тут не слезть. И не запрыгнуть. Честно. Да блин, ты выпираешь. Ты выпираешь. Да блин, ты можешь нормально лечь? Да господи, боже мой, я тебя еще укладывать должна. Блин. Тут же кровь. Ой, какой же ты... как он лежит? Это вообще... Вот. Идеально все. Интересно, мне эту кровь убирать или не надо? Я не знаю, убирать ли кровь. Я об этом не спросила. Да, блин. Давайте закопаем поскорее этого чебурека. И тогда мы первое сделаем. Мы первую жертву. Блин, я забыла его сумку закопать. Ладно, ладно. Сейчас мы закопаем. А можно ее просто спрятать же, да? Где его сумка? Где его сумка? Где его сумка? А где он съел тыкву? А где его сумка? Она испарилась вместе с ним? А я не знала. Я типа спрятала. Беспалевно, да, вообще? Ничего не выделяется, да? На фоне-то на таком. Я не вижу его сумки. Наверное, она испарилась вместе с ним. Я боюсь, что тут кровь увидят. Можно я пока тут оставлю лопату? Это типа какой-то чебурек оставил лопату тут. Я боюсь, что я не успею там все убрать. Пока поставлю на паузу. Мне просто нужно посмотреть еще жертв. У меня еще и жертвы. Так. У меня еще девка, ее нужно застрелить пистолетом. Ну, я уже не успею до уроков, поэтому, наверное, после уроков это сделаю.
Ну, на переменке. Харумачита. Блин, сбросить с крыши тоже сложно, потому что, блин, это будет палевно. Нужно тогда сбросить в том месте, там, где никто не видит. И то там иногда проходит консул, и, блин, они все портят. Придется, если что, держать ножик наготове, если что, кого-то убить. И еще мне нужно утопить кого-то, и это тоже будет сложно. Можно подорвать миной кое-кого. Я это динамитом сделаю, мне разрешили. Поэтому следующую жертву я подару динамитом. Казуми, не помню, Тичи, Тучи, я не знаю, как произносится ее фамилия. В принципе, неважно. О, да уж. Или, может, мне сразу чела найти хотя бы. Так, я хотя бы найду Казуми Тучия. Казуми. Интересно, где она? Ой, не туда. Стоп, у меня появилась супер идея. Мне нужно... Простите, я поставлю на паузу. Вот эту Хару Мачиду утопить мне нужно. А сейчас будут уроки, и если я опоздаю немножко на уроки, то это будет ничего страшного. Так что... Идем со мной. И нам нужно все это очень быстро делать, потому что мне нужно не опоздать на уроки. Она очень медленно ходит. Успею ли я? Пройду ли я миссию или нет? Так, давай скорее, человек! Вот бассейн, он прям тут. Блин, у нее плавание! Вы издеваетесь? Игра просто издевается надо мной. Мне нужно топить чела в бассейне, и они такие, у нас рак плавания! Это просто идеально, да? Я, походу, буду разделять, ну, этих человеков на миссион моде. Типа, буду несколько видео снимать. Или, может, мне сразу снять большое видео. А то время же, блин. Что мне тогда делать? А, у меня же уроки. Интересно, интересно. Ой, я случайно пока поворачивалась. О, но беспалевно, да? Я его отравила. Там еще кровь, конечно, осталась. Но ни у кого нет вроде садоводства. Так что я на следующей этой уберу. Сегодня, наверное, двух челов замочу. А вы спросите, как я буду в следующих частях выставлять такое же время? Я же не буду с самого начала опять начинать, да, делать? Ну вот, наверное, я спрошу у того, кто мне дал этот миссион мод, типа, с начала дня делать следующую часть? Или все-таки мне промотать время вот ровно до такого времени и, ну, как бы делать видос точно в такое время. Ну, я имею в виду убивать чела, продолжать этот миссион мод именно в это время. Yes, please. Let's start the class. Давайте скорее. Тут все жрать хотят. Делайте уроки быстрее, пока они не сожрали друг друга. Вот видите, она уже голодная, мне страшно. А вдруг она сожрет меня? Оно тебя сожрет.
Какие же скучные уроки все-таки, а проматывать их нельзя. Что ты пишешь? Что я пишу вообще? Да, понятно. Да уж. Мне нравятся эти волосы. Они такие красивые вообще. Ой, еще полурока должно пройти. Блин. Эх. Эх. Я устала. Все-таки. Я буду ждать, не буду ставить на паузу, а вы, если что, видео проматывайте, если вам не хочется слушать мои разговоры с вами. Как бы те, кто именно сюда за видео пришел, проматывайте, потому что тут, наверное, будет много моментов, когда нужно будет проматывать. А те, кто хотят слушать мой голос, слушайте. О, Рина Ли пришла. Вау, опаздываем, да? Опаздываем, да? И ничего так. А может, она тоже наемная убийца? Может, она тоже делает миссион мод? Охренеть. Охренеть. А представляете, если... Да. Ну, тогда это кранты. А представляете, если у нее в списке я? А у меня в списке она, например. Но у меня ее нет в списке. А это страшно, вдруг она меня убьет. А знаете, я однажды так вот шла, короче, на крышу здания, и почему-то, каким-то странным образом, знаете, что произошло? Так у нас, короче, ну, там несколько челов было убито. Я не знаю, как это произошло. Я просто пришла, там куча кровищи, и, по-моему, три чела убито. Я не знаю, как это произошло, как игра забаговалась, но это была не я. И я такая, что за дичь? Это было очень интересно. Да, очень интересно. Уа, как быстро. Я все-таки буду проматывать, наверное. Уроки. Ну, не проматывать, а я имею в виду на паузу ставить, чтобы вы все это не слушали и не видели. Так, наверное, следующей жертвой будет Мика Чонан. Я ее застрелю пистолетом. Бам-бам-бам. Она у меня вторая в списке. Быстрее, кончайтесь уроки. Я бы за это время уже успел кого-то убить, наверное. Все, я бегу отсюда. Беспалим, да? Мика Чонан. Мика Чонан, она наверху. А пистолет внизу. Вот, Мика Чонан тут должна быть. Вот Мика Чонан. Мика, Мика, Мика. А у меня так зовут мою крысу. Мика Чонан. Мика Чонан, ну не прям так. А просто Мика. Давай быстрее, шевели ногами. Так, мы идем с тобой вниз, а потом в садик. О, господи. Пойдем со мной. Ты куда идешь? Господи, что за долгий человек. Надеюсь, у нас сейчас с кем-нибудь не заговорит. Чего ты на меня так пялишься? Ты меня подозреваешь? Вообще? А, давайте быстрее. Я уже разрываюсь. Наверное, у меня будет в каждой части по два чела. Мы как наемные убийцы. Что за... О, мы с тобой как... Мы с вами как в клубе с короткими волосами. Только у меня они средней длины. Клуб коротковолосых. Присоединяйся. Слушай, Мика, ты идешь? Ты бежишь? Ты в своем уме? Наверное, нет. Главное, чтобы она в тубик не захотела. Ой, куда я бегу? А, господи, как же это долго. Ты бежишь?
Ты идешь. Можно я взять руки? Пожалуйста. Но я не хочу добыл. Пожалуйста. Пусть это будет считаться за. Я не хочу ждать, когда она дойдет. Там нахрен идем. Нам же нужно сюда. Все, ладно, дропаем мою. Все, фух. А то я думала, она сейчас уйдет. Почему она не бежит? Хочу, чтобы она бежала. Почему она не бежит? Вот, она бежит. Как красиво. Так, где тут должен быть? А, я должна быстро его взять, пока она не видит. Где пистолет? Где пистолет? Вот пистолет, да? Это револьвер. Все, я его спрятала. Я его быстро спрятала под юбку. И она вроде не увидела. Вау, я реально под юбку спрятала. Вау! Пользуйтесь, девочки, лайфхак. Диана, все, идем. Мы с тобой пошли. Это беспалевно, просто она очень медленно двигается, пожалуйста. Это просто человек, который медленный. Черепаха. Мы ее опять приведем в садик, как с Хаяту сделали. Интересно, она не про кровь нет, а ничего нет, не палевно. Ой. Ой, 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 ой. Фух. Надеюсь, никто не увидел. Ахахаха. Видео уже выходит на 21 минуту. 23 минуты. Так что в каждой части я буду по два челика убивать. А всего челиков 10 мне нужно убить, так что будет 5 видео с этим миссион модом. Слушай, ты, можно мне, пожалуйста, ее взять на руки? Пусть это не будет считаться, что я типа не по правилам, потому что не хочу сначала делать миссион мод. Пожалуйста. Оу. Какие у нее тонкие руки. Я только сейчас за это увидела. Она не это. I'm hungry. Мне все равно, что тебе hungry за все это. Слушай, человек, ты достала меня уже вообще. Идем. Это будет быстро. Слушай. Я не люблю, когда со мной так говорят. Фу, фу, фу. Быстро. Ран. Блин, я там оставила лопату. Возьму вторую. Если что, кого-то зарежу лопатой. Мне показалось, там кто-то идет. Мне страшно. Экшон. Звук лопаты. Дыг. Быстрее всех двигаем. Ой, как мне спрятать эту лопату? Ого, я его поставил. Как пистол. Можно я его закопаю уже? Можно же? Трек мика, чё он? Быстрее. Блин, сейчас будет урок. Только бы, чтобы ни у кого не было садоводства. Вот, пожалуйста, я молю. О, у нас баскетбол. Это даже сыграет мне на руку. На руку. Простите. Потому что, ну, мне бежать нужно будет не на какой хрен там знает этаж, а просто. Потом нужно будет убрать эту кровь. А, Мона, я возьму метелочку. Я возьму метелку и просто тут все уберу. И все как бы безбалевно. Только мне нужно мимо своего класса пройти, чтобы они не видели, что я такая вся, конечно. Пропускаю уроки. Вот тут.
Мимо решеточки пройду, и все норм. Только нужно успеть на уроки. Блин, выпуск очень долгий. Я не виновата, миссия он мод такой. Я могу потом сделать версию, как я все это ускоряю и без голоса делаю. То есть просто миссия он мод, и там ран ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, все делаю быстро и все. Потому что это рили очень долго. Где метелка? Так. Я воспользуюсь случаем и телепортнусь. Так. Куда мне? Куда? Куда, Гарден? То есть мне уже телепортироваться можно только 3 раза. Вот я зачеркиваю 3, пишу. Все. Вот такой вот я человек. Где кровь? Она исчезает? Она потом исчезает? А почему я не знала? Охренеть. Я, конечно, зря телепортнулась, наверное. Вот все, да? Да. Это дворник забыл. Быстрей, 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 быстрей. Мне нужно прибежать в дрессинг-рум, переодеться там в эту форму физкультурную. Это не считается за то, что я типа переодеваюсь. Это не считается, потому что, ну, я не в крови. Это только для занятий баскетболом. Поэтому... А, я застряла в стене! Так, я так быстрее поменяю. Вот. Рано. Быстрее, где мой класс? А, мой класс в гим. Они только туда идут, представляете? Так что вообще? Я ни хрена не опоздала. Хотя уже полурока прошло. Что ты делаешь? Ты Наоми? Ты зачем здесь вообще? Мы все тут. Играем в баскет. О, давайте поиграем. Ну, типа я. Пуф. Это мой мяч. А, я думала, ты мяч хочешь забрать? Я агрессивно. Давай. А, блин, почти. Не, я не остановлюсь. Я не остановлюсь. О, е! О, е! Видео на 30 минут. Господи, боже мой, да кто его будет смотреть? Да стопудово его никто не посмотрит. Стопудово на этом видео не наберется 1000 просмотров. Спорим? Ладно, ладно, не будем спорить, а то я боюсь. Вдруг вы окажетесь крейзи. Да почему я не могу взять его в руки? Вот все. Я очень много раз спрашиваю, почему. Пора бы мне было сказать, потому. Оу, oh, yeah, видите, какая я меткая. Сейчас закончится урок, и я вырубаю видео. Неудобно. Вот, цельтесь, если что, выше сетки. Тогда попадете. О, почему ты ушла? Почему она переоделась и ушла? А почему я тут одна? Почему я всегда не в курсе того, что происходит? А почему все ушли-то? Почему все оставили меня одну? Куда она нахрен идет? Она вроде типа сказала, я опаздываю на урок. Урок, блин, баскетбола! Ты куда идешь? Нахрен, мой класс старцу. Вот это меня бесит, вот эти лагания, типа, она идет на урок, хотя у нас баскетбол. Что это такое? Ладно, ребят, урок все равно кончится через 2 минуты. В миссион моде в этом мы уже 2 укокошили. Я сохраняю игру на ваших глазах во второй игре. Все.
Всем пока, спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Не думаю, что на этом видео наберется прям охренеть, как много просмотров. Но не знаю, ведь вы, может быть, и крейзи. Ладно, всем спасибо за просмотр. Вторая часть не знаю, когда будет, так что пока.